Всем привет! Сегодня посмотрим посылочку из Китая с портала AliExpress. Заказывал джойстик для PlayStation 3. Посмотрим, как он выглядит, как он функционирует, как он вообще дошел. Вот такая вот изрядно помятая посылочка была мной сегодня забрана с почты. Трепали ее почтой России, да и почтой всего мира, по-моему, очень даже неплохо. Ну что ж, давайте вскроем и посмотрим, как же выглядит джойстик для PlayStation 3 с сайта AliExpress. Вот так вот его заботливо завернули в пленочку. Здесь также такой же пленочкой обмотанной внутри. Совсем его не расколотили, когда везут через весь мир. Вот так вот он выглядит. Чистенький, новенький, не залапанный. Также сегодня протестим, работают ли все кнопки и прочее. Естественно, его нужно будет для начала подзарядить. И посмотрим его функциональность. До этого джойстика мной был приобретен вот такой вот, тоже для PlayStation 3, на том же сайте, на Али, красненький. Цвета там есть абсолютно разные. Ну, этот вот был ушатан моими детьми. Теперь в нем что-то болтается. Хотя, в принципе, он продолжает работать, но подтормаживают вот эти вот кнопочки. Поэтому решил взять вот такой вот. Иногда поигрывать, я думаю, вполне сгодится. Единственное, чем отличается, что вот надписи Sony нету. А так, в принципе, все то же самое. Ну что ж, пойду его подключу, подзаряжу и посмотрим, все ли кнопки исправны, все ли работает. Итак, друзья, джойстик заряжен. Давайте его включим, посмотрим, как работают все кнопочки, работают ли они вообще. Собственно, сейчас и увидим. Так. Здесь все работает. Быстродействие отличное. Здесь тоже все работает. Не очень удобно снимать одной рукой, но попробуем вот так вот. Нажимаем вход на YouTube. Здесь тоже все работает. Работают все кнопочки. Здесь тоже все работает. В общем, все кнопки работают, друзья. Что можно сказать? Джойстик для своих денег на AliExpress отличный. Надумайте брать. Думаю, не разочаруйтесь. Тем более, если использовать не профессионально, использовать не часто. Надеюсь, вам чем-то мой обзор помог. Всем спасибо, всем удачи, увидимся в новых выпусках.